Работа волонтеров в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен» завершена. Время подсчитывать собранное. Пока можно озвучить сумму в 4,5 миллиона рублей. В этом году волонтеры провели множество мероприятий, задействовав 300 площадок. Спектакли, концерты, аукционы, мастер-классы, интеллектуальные игры и интерактивные акции были направлены на привлечение внимания горожан к проблемам ребят с ОВЗ. Сбор средств продолжится еще 2-3 недели. Отметим, что в прошлом году была собрана сумма в 5 миллионов рублей, тогда как благополучателей было меньше. Денег на руки родители особенных детей не получат. На распределенные средства организаторы купят необходимые лекарства или перечислят средства на лечение и реабилитацию. Сейчас фонд содействия развитию города Иваново и оргкомитет работает уже с юрлицами. Это работа по договором, когда мы заключаем договор на оказание какой-то благотворительной помощи, которая пойдет вот в помощь этим детям, инвалидам. На всех листовках, на всех плакатах, на всех баннерах есть расчетный счет, куда даже и физическое лицо может перечислить деньги.